Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы займемся с вами одной интересной поделкой. Я расскажу вам, как я сделала картину с моим любимым насекомым. Мое любимое насекомое – это скарабей. Его очень любили древние египтяне и считали символом движения Земли вокруг Солнца. Вам понадобится двухсторонний скотч, небольшой кусок обычного гофрированного картона, ножницы, карандаш, ластик и черная бумага, а также бумага для фона. Перевернув лист черной бумаги А4 на обратную сторону, я нарисую силуэт жука. Вы можете воспользоваться изображением из интернета. Найдите свое любимое насекомое и нарисуйте его крупно карандашом. Силуэт готов. Теперь его надо вырезать. Я вырезала своего жука по контурам. Если силуэт слишком тонкий, попросите родителей вам помочь. Из второго куска я вырезаю шарик. Возможно, вы помните, что скарабей – это насекомое, которое постоянно катит шарик перед собой. Настала пора разместить жука и шарик на большом листе А3. Скарабей катит задними лапами. Для того, чтобы приклеить детали на большой лист, я воспользуюсь двухсторонним скотчем. Если в вашем доме не нашлось скотча, вы можете использовать также клей или клеевой пистолет на ваше усмотрение. Подумайте, какой элемент подчеркнет ваше насекомое, так же, как шарик из земли подчеркнул деятельность скарабея. Вот таким образом я разместила шарик и скотч на фигурке жука. Каждый элемент должен быть приклеен отдельно. Убрав желтый слой, я приклеиваю жука на выбранное ранее место. Композиция получилась крупная, яркая, заметная. На этой картине видно, чем занимается скарабей. Видны все его особенности, видно, чем он отличается от других жуков. Интересно, а каких насекомых любите вы?